мужем, потом мы переехали в South Carolina, это прям совсем другой конец Америки, мы жили здесь, где я сейчас живу, мы переехали в South Carolina, и мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось, поэтому мы через 2 года сюда переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на YouTube, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала: «Всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете». Хельга спрашивает: «Какая твоя девичья фамилия?» Моя девичья фамилия Карташова. «В какой школе ты училась в Молдове?» Я училась в лицее Петру Рариш в Кишиневе. Петру Рариш репрезент. Да, вот обычная школа, ну как у нас...